Радикалы в Киеве ответили полиции на вчерашние задержания. Началось все с того, что нескольких боевиков схватили на встрече кандидатов в президенты Юлии Тимошенко с избирателями. Изъяли зеленку, газовые баллончики, ножи и пистолеты. Разгоряченные товарищи задержанных пытались освободить своих, начали штурмовать управление полиции и драться с правоохранителями. Несколько полицейских пострадали. В итоге около 40 нападавших взяли под стражу. После этого уже глубокой ночью радикалы окружили дом главы МВД Украины Арсена Авакова. Остановить их никто не смог. Здание обстреляли салютами, устроив импровизированное фаер-шоу. При этом все скандировали, кто заказал Катю Гандзюк. Речь о советнике мэра Херсона. Прошлым летом на нее совершили покушение. Девушку облили кислотой, она получила серьезные ожоги. И спасти ее не удалось.